На экскурсию в родильный дом пригласили будущих мам и пап Ялуторовского района. Свои двери учреждение открыло впервые за 3 года. Гостям показали стерильные условия и результаты ежегодного косметического ремонта. 3 индивидуальных родильных зала с кроватью-трансформером и столиком для новорожденных, отдельные палаты с санузлами и душем, блок интенсивной терапии. В коллективе 36 медработников. Почему мы проводим такую акцию? Хотим познакомить пациентов с нашим персоналом. У нас очень высокопрофессиональные акушерки работают, также врачи-акушеры-гинекологи, медицинские сестры. В каждая роженица поступает свой индивидуальный родблок, где у нее происходят роды.